Нет, это на телевидении. Будешь мне показывать? YouTube. Что у вас происходит? Давайте еще раз, пацаны. Раз, два, три. Поехали! Сегодня грибной фестиваль. У тебя что, нормально? Нормально все? Ты снова снимаешь? Да. Привет, ребята! Привет! Хорошего вечера! И пиво! А, ну здравствуйте! Привет! Вам? И тебе привет! Привет! Здравствуйте, ребята! Здорово! Слушай, твоего брата, блядь, не признал, пиздец, он изменился, блядь. Конечно, сам не знаю. Я только по разговору понял, по дикции, и вообще просто, что это твой брат, блядь. Ты похож, что ли? На разговор у вас похож. Вообще просто похож. Дикция, тональность, интонация. Мне вообще не нравится, как он разговаривает. Да с какие будете здесь? Мы сейчас... А мы здесь ходим, снимаем вообще, что происходит, но я показываю. И потом будешь монтировать. Тебя вот в белой шляпе, в белой футболке. Потом будешь монтировать, да? Мы, короче, находимся в эпицентре, почти что, в самом эпицентре событий. И здесь куча людей, огромнейшая. Как вам сегодня на магнитной буре? Отлично. И вы так приехали? Нет, мы здесь уже, может, часа два. Вы приехали сюда, почему? Кто, что заставило вас двигаться? Просто развлечение ради. Вы на сцене каких-то артистов ждете вообще? Нет. Нет? Вы лесбиян? Нет. Мы находимся в эпицентре всех событий. И попытаемся сейчас взять интервью у людей, которые сегодня приехали сюда здесь, отдыхают и все такое. Как вы видите, здесь огромнейшее скопление гостей, просто невероятное. Что вас привело на магнитную бурю? Сука! Здрасте, что вас привело на магнитную бурю? Мы сегодня отдыхаем, встречаемся с друзьями, маленько выпиваем. Просто 10-й год уже, мы все это знаем, наизусть уже. Поэтому мы все это знаем. Какую группу ждете сегодня? Или пофигу? Парк Горького. Парк Горького. Я буду краток, я приехал тусить. Тусить. Какой бы ты вопрос задал Парку Горького? Не пора ли на пенсию? Что вас привело сюда? И какую группу ждете? Да мы ждем всех. Ну а мы дальше продолжаем снимать здесь садок. Народ подтягивается потихоньку. Снимаете ли, ёбанарёд? Привет, Никита, как смотрят звука, как переводы. Передай привет Славику на чёрном поселении в тюрьме, ёбанарёд. Группа легенды русского шансона здесь, блядь. Это Константин Вермутов, да, охуенный это чувак. Русский поэт, например. Короче, смотри, моя... Моя подружка с хуем, а я с вагиной. Ее зовут Олеська, а меня Вадимом. Thanks not that. Я что-то Плюза позвал, он нахуй надо. Подинамил. Как поживаю сейчас? Мы с ним хотели поехать тоже полудеть сюда, но что-то он подинамил. А я сам вообще вышел из дома так минералки купить. А, и нормально, вышел за Да, я просто... Ну вышел, главное, сам вышел нормально. Вышел, Даниле позвонил, вот там. Никитос. Вот, Даня, ты бы с нами не поехал, да. Ты потерял, блядь. Ты потерял меня. Мы с ним вчера ночью выпили полтора литра водки, например. Вот он поэтому не поехал, наверное. Не, он жив-здоров вообще. Все отлично. А что вас привело на магнитную бурю? Сейчас Гендель стопки достает и вискарь наливается, он по шутку течет. Все заебись. Хип-хоп. Что вас привело на магнитную бурю? Соревнования по даунхиллу. Мы велосипедисты. Кто победил? Пока никто, финал завтра. Если бы у вас была возможность спросить один вопрос, задать вопрос группе Парк Горького, какой бы он был? Ой, я пьяный. Проще вопрос пьяный. Какой? Что вас привело на магнитную бурю? Послушать те песни, которые классно поют и которые слушает мой молодой человек. Парк Горького. Кто еще там? И группу Ленинград. Да. Давай. Давай, привет, что ты сюда приехал? Отдыхать. Откуда приехал? Белорецкая. Ты
И что ты здесь? Спасибо! Дайте пиво попить тогда. Какой вопрос бы ты задал в группе Паргольку? А ты? Да уже отвечали. Я уже говорил. Он не знает, что это за группа. Знаю, но ответить не знаю, что это. Ну давай, какой вопрос бы ты задал участникам группы? Чемпион по пауэрлифтингу. Чемпион чего? По пауэрлифтингу. Чемпион просто по одному. Как дела, брат? Собственно, про сам фестиваль, что хотелось бы сказать, да? Собрал абсолютно разных тусов. Что вас, ребят, привело сегодня? Камера Sony — это заебись. Sony нам нравится. Нас можно привел, снимать, да. Нас привел парк Горького. Парк Горького нас привел вот сюда. Смотри, я спрашиваю. А также короткое замыкание. Да. Вот КЗ заебись, да, они отыграли, да. Пацаны молодцы. Какой бы вопрос ты задал группе парк Горького? Мы все говно. Где? Да. Москва, Калин! Мы с Серегой Фочина встретили. Группа Некропозитив, то есть не в теме. Охуенная группа. Я фанател по парку Горького. Москва, Калин, форел. Хотя бы если бы... Татуировка есть. Серега, ты как ярый фанат группы парк Горького, какой бы вопрос задал участникам группы? Куда вы Маршала пропили, блядь? И Носкова. Вот группа парь Горького — это Маршал и Носков, блядь. Ну и Белов на гитаре. А то, что творится без них, это не парь Горького, а говно собачье. Выключаем индейца. Привет, ребята. Мы тебя сегодня видели, кстати, на театре Пушкина. Да, дорогу переходил там. В общем-то, я скитался, моя душа скиталась по городу. В общем-то, хорошего отдыха. Дружище, можно пивка у тебя тяпнуть? Благодарствую. Привет, чувак. Я тоже. Ксения Кобелькова, ты водителем или что-то такое был. Точно. Ладно, хорошего отдыха вам. Ребята, я отсюда не хочу уезжать. Здесь реально круто. Эксклюзив для канала. Можно? Давай еще. Вот они, говнари, Магнитогорска главные. Две минуты продержаться? Да, при тысяче рублей. В каком положении? Вот в каком? Просто висячем. Суть в том, что там подшипники. Эта фигня крутится. Ты висишь просто на своих пальцах, которые у тебя через, не знаю, полторы минуты все сводит, деревенеет, и ты ничего не можешь с этим поделать. Что вы здесь делаете? А, ты видос снимаешь, что ли? Конечно, блядь. Все такое. Мы здесь играли панк-рок. Мы играли и бухали, менты охуели. Старого доброго Биби Кинга. Вот эту тему. Ты сегодня что, каким? Почему не снимаешь? Почему я снимаю, почему ты не снимаешь? А я вообще тут спонтанно пришел. Было бы заебись сыграть в эту песню, они такие... Ага. Проходит полгода. Да, да, проходит полгода, они такие... Чем, знаешь, что мы решили? Давай. Я такой... Блядь, я вам говорил полгода назад! Они такие... Что назад, на сколько думаете планировать? Планируете? Я не знаю, у меня жена как бы за рулем. Кстати, у нее 3 месяца уже.
Да, а у него 3 месяца на бери. Я скоро стану попкой! Знаю, как зовут, как если парень, то родится Герман. Если девушка, то Мира. Сураева Мира Артемьевна. Сураев Герман Артемович. Слушай, а тебе по технической, ну, с технической стороны нормально все? Понравилось? Пока гитара не играет, все заебись. Куляба, как профессионал, он охуенный. Но Саня Пстыга, он главная фишка этого интервью. Он это все четко делает. Oh yeah, baby! У нас, благо, есть вот такие активистки, Анна, Александра. Не будем, имена не надо, зачем? Анжела и... Это фестиваль, это уважаемая магнитная руля. Всем хорошего настроения. Спасибо, что пришли. Это праздник для вас. Ваши аплодисменты. Гопников, да? Их очень много. Их просто дохуя. Их настолько много, что я даже... Даже и сам гопник, блядь. Я даже, блядь... Одежду срываешь, блядь. Я! Катила! О, блядь! Ты меня узнал, чувак? Это же, блядь, стальные когти, ребята! Да! Смотрите видео здесь. Близится концерт. Да, конечно, братан. Хорошего отдыха. Мы поехали. Давай. Уже поехал? Мы поехали. Не тот, кинь, ладно? Вот это вот? Да-да. Ну, передавай сам всем привет всем. Привет, Бора! Для магнитной бури что-нибудь, не знаю. Чтобы всегда оставалось такой же, какая есть. Чтобы погода всегда везло. Да. Блядь, гопников это буду больше. Как ты это будешь? Да насрать на них! Мы сами гопники, блядь! Да! Кого порвать-то? Хорошего утра. Давай, братан. А тут только веселье начинается, ребята. А мы уезжаем не вовремя. Стальные когти! Стальные когти! Ребята, Никита. Здравствуйте. Здравствуйте. Короче, ребята, я уезжаю. Ваше последнее слово. Ну все, пиздец тебе там. Подожди, ты выпьешь, может, нет? Давай, чувак. В общем, сегодня приехали на РГЛТ Абзакова. Все заебато, все весело, все круто. А хули? Краткость из Стратованта. Стальные когти. МС Клаб. Белорец. Ты, главное, уже... видео не вырежи у нас. Никит, ты уже приебал шикар. Ой, ладно, короче, все, мы поехали. Спасибо. Тут самый огонь только начинается, насколько я понимаю. Мы рано уезжаем. Паркольку, как ты паркольку приебать хочешь? Ну, походу, тебе надо две ноги сломать, чтобы ты не уехал. Ну, давай что-нибудь полегче, чем придумаем, хотя бы что-нибудь. Можно нахуяриться здесь и не ехать. Не, ну можно нахуяриться и не ехать. Как лютый охранник стоишь. Давай, блядь. Давай, Никитос. А он с вами или нет? Мне кажется, он не с вами. Он с нами. Заебись. Стальные когти! Когти! Когти!